Здравствуйте, мои дорогие. Массу сложных впечатлений получаешь от того, когда идешь в будний день, не привязанный ни к чему, ни к работе, ни к какому-то там учению, когда просто идешь и наслаждаешься этим днем. Мы не ценим то, что имеем, а то, что ценим, не храним. Внутри каждого из нас, в сердце, заложено место для счастья, чтобы обрести рай. Именно здесь, где мы находимся в данный момент. Даже если ты находишься в данный момент где-то, сказать, заточенный в рамки определенного труда, либо еще чего-нибудь, это все только от того, что ты сам этого пожелал. От нашего желания происходит действительность. Где-то на невербальном уровне мы для себя создаем эту действительность. Есть, конечно, такие эксцессы, что вот у меня, например, больничный, да? То есть я как бы его не желал, я его как бы не планировал. Ну, например, я хотел просто отдохнуть. И вот сейчас, получив то, что имею, я уже отдыхаю 20-й день. Ну, конечно, не обошлось и без трудностей, через боль. Но сейчас я могу сказать, да. Я получил то, что хотел. Желаю получить всем, кто чего хочет. Ведь для этого и нужна наша жизнь. Получать все, что мы хотим. Счастья, удачи и любви.